Это порочный трек, ребята, это порочный трек. Погромче, погромче. Адам, он просто сам по себе тихий. У каждого на районе всегда есть такая девушка. Это обязательно 100%. Это про жизнь вообще. Погромче немножко тоже. Есть такая некая Мария, да? Валер, погромче микрофон чуть-чуть. Понял? Секса хотела. Мария, секса хотела. Мария, секса хотела. Мария, секса хотела. Сколько людей на белом свете, и каждому Бог дал профессии. Где он дал эти песни писать, облетел, сосать профессии. Сколько людей на белом свете, черный, белый, желтый, серый. И на каждого точно есть погляди, на каждый век здесь. Жвачка, телефон, пиво, в руке зажигалка. На стыке сдула ее сумочка. Она вещь, вся из себя, мой суку. Здесь покрепче не найти. Она пришла сюда с подругой, но как будто одна. Казаться хочет неприступной, как китайская стена. Но я так думаю, это просто глупо. Она смешна, а не загадочная. Она вполне доступна, как то, что заказали мы из горничном баре. Не отрицаю, это мы секси маме. Предполагаю, что она затусует с нами. Ведь остались за столом мы одни из нашей банды. Лвейки, волнухи, полбутылки столичные. Уже пьяны приличные, сижу за симпатичной. Немедными словами пригласили их за стол. И вот большие сиськи ближе ветря на пол. Хорошая тенденция, это Аляска вновь. Рекламирует меня приятель им повезок. Я помню, что недавно я подрезал кусок. Мой друг Вадик, перебрался чуток. И вот сразу помню, что пиво в экипаже. И тут же их надули, пляски повылезали. Но номер не пройдет, не получит выгоду. Сегодня тот, кто заглянил на мои задачи, эй, Киру! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Такая песня, амиго! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Смотри, что-то не видно! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Она с кем-то в постели опять! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мария, бель, моя, блядь, блядь, блядь. Сейчас будет чи-чи-чи.